Екатерина Тимофеевна ее звали, очень добрая, к нам маленьким ребятишкам относилась очень хорошо, поэтому, наверное, и запомнили. Наталью Николаевну звали, ну, вспоминаю о ней только хорошее. Хорошо нас выучила. Большое ей спасибо. Очень хорошая учительница. Добрая, искренняя, как мама. Мы поздравляем всех учителей с Днем Учителя, с их профессиональным праздником. Желаем всем здравия и терпения. Я хотела бы пожелать им послушных, умненьких детей, которые бы их всегда слушались. Здоровья, уверенности и совершенствования. Хочется поздравить всех учителей с их праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов в их нелегком и благородном труде.